Алексей умер в колонии после 3 лет мучений и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте. Эта комната 6 или 7 квадратных метров. В ней нет ничего, кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене, чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка. Больше ничего у него не было. Сотни дней. Над ним издевались, отрезали от мира, не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне или нашим детям.